Для возобновления или продолжения работы всем субъектам бизнеса необходимо получить разрешение. Акт готовности можно оформить онлайн на электронной платформе infokazakhstan.kz. Сделать это несложно. Для начала нужно зарегистрировать организацию через ЭЦП. Далее в разделе «Важная информация» ознакомиться с требованиями к своему виду деятельности. Если предприниматель только открывается в связи с ослаблением карантина, то после этого перейти в раздел «Мои заявки», заполнить все информационные поля, поставить галочки и ожидать проверку СЭС. Требования по открытию видов деятельности носят обязательный характер для всех субъектов бизнеса, так же, как и для тех, кто вел деятельность во время карантина, они носят уведомительный характер, и также для тех, кто будет открываться вот начиная с 17 числа. То есть все субъекты бизнеса должны зайти на сайт infokazakhstan.kz, посмотреть свой вид деятельности. Сайт автоматически определяет, к какой категории бизнеса вы относитесь, уведомительного характера, либо по выдаче акта. Полученный акт нужно разместить на видном месте объекта предпринимательства – на входной двери или кассе. Тем, у кого возникли сложности с получением разрешения, помогут специалисты Палаты предпринимателей «Атамикен». Бывают сложности технические. Допустим, у кого-то нет ЭЦП, то есть кто-то не может ей пользоваться, у кого-то банально нет компьютера дома. Мы рады всем помочь. Приходите к нам в Центр поддержки предпринимателей. Только за вчерашний день мы зарегистрировали больше 45 предпринимателей на этом сайте и выдали акт. То есть мы оказываем техническую поддержку. Приносите свое ЭЦП, удостоверение личности, и мы вам поможем. Крупные объекты предпринимательства, такие как торговые дома и рынки, могут получить разрешение на работу только после проверки мобильной группы. Важно отметить, что при отсутствии акта готовности к работе предпринимателям грозит административный штраф. Александра Любимова, Владимир Пороховой, Новости Темиртау.